Всем привет, вы на канале Денис ТВ. Сегодня я улетаю в отпуск в Тунис, город Сус. Итак, друзья, я уже собрал чемодан. Посмотрите, какой у меня большой и какой у меня яркий, красивый. Я его замотал пищевой пленкой. Вот так сказали, нужно сделать. Лечу я впервые и вообще впервые буду за границей. Вот, волнение прет. Ну что, друзья, вот присел на дорожку. Ой, какой у меня красивый все же. Посмотрите, какой классный чемодан, такой яркий. Кстати, у меня сумочка тоже такого же цвета, вот посмотрите. Вот, видите, такого же цвета. И шортики такие вот с такими вот этими вот рисуночками красивыми. Футболка такая же синяя. Просто будет улет. Ну что, друзья, я вот в такси еду. Сейчас вот в сторону метро. Потом пересаживаюсь я на... Как экспресс называется? Потом пересаживаюсь на экспресс. Доезжаю на экспрессе до аэропорта. Там уже сажусь в самолет и взлетаю, и лечу в Тунис. Ну что, друзья, я уже в метро. Вот, слез с такси. И сейчас я вот жду поезд. Что с моим лицом? В общем, приехал мой поезд, и я поехал дальше. Ну что, друзья, я на Киевском вокзале. Возле Казэкспресс. Купил билеты. Вот, билет стоит 500 рублей. А сейчас пойду я есть. Кстати, мне запачкали сумку. Уроды такие. Вот. Как-то так, друзья. Итак, друзья, я сейчас заказал, значит, сэндвич. В этом, как его, Subway. Сейчас поедим и будем ждать поезд до аэропорта. Вот. В общем, как-то так. Итак, друзья, вот моя Coca-Cola. Зеро называется. А сэндвич мой как выглядит? Вот это? Нет, это мой. Вот мой сэндвич с курицей. Сейчас я вам его покажу. Вот мой сэндвич. Сейчас я буду завтракать. Я сегодня вообще даже ничего не ел и не пил. Вот мой чемодан стоит здесь такой красивый. Так. А это я. Летчик у меня вроде восстанавливается, потому что я лег спать поздно. Вот, ну что, приятного аппетита мне. Ну что, друзья, вот и приехал наш Аэроэкспресс. Такой красного цвета он. Такой красивый вообще вокзал. Так интересно. Вот. Классно, друзья, классное настроение. Сейчас пожрали вкусно. Пойдемте, наверное, туда. Дальше пойдем. Угу. Сейчас во второй, наверное, вагон сядем. Итак, друзья, все. Я в поезде. В Аэроэкспрессе. Сейчас поезд тронется. И мы поедем дальше. Ой, так вкусно я покушал. Очень вкусно. Я заказал там, значит, куриную котлетку, гриль, фрукты, овощи. Дорчик, огурчик, вот, колу, так. Ну, друзья, ну что, я уже в аэропорту, стою сейчас в очереди на регистрацию. Доехал я на экспрессе хорошо, комфортно, все мне понравилось, супер. Друзья, ну что, я, короче, зарегистрировался, мне дали, значит, билет, вот такой, сейчас я вам покажу, вот, видите? Вот, сказали 31 там чего-то, зеленый коридор, и мне сейчас нужно туда бежать. В общем, как-то так. В общем, все здорово, круто. Я побежал, увидимся в самолете. Всех люблю, целую. Вы это слышали? Я чуть сейчас инфаркт не получил. Друзья, ну что, я прошел досмотр. Теперь иду, ищу вот свой гейт.
У меня 31-й, прохожу сейчас 29-й, и почему-то никого нету, я один. Что это может значить? Не знаю пока ничего, но пойду узнавать. Вообще, как красиво, сейчас я покажу. Шепотом говорю, потому что как-то кричать не хочется. Сейчас покажу вам. Вот это, мне кажется, самолет будет этот. Кажется, это мой самолет. Так. В общем, друзья, ищу я свой гейт. Ой, классно, так классно, классно. Друзья, я, в общем, все нашел, все хорошо. Вот сижу, жду. Все супер. Друзья, в общем, до вылета у меня целых где-то полтора часа. Я, в общем, сидел я, и что-то мне захотелось поесть. До вылета у меня полтора часа. Думаю, дай пойду я поищу что-нибудь поесть. Вот тут я так посмотрел, есть Муму, мой любимый ресторан, столовая. Если она здесь есть, это столовая Муму, то я сейчас, конечно, там перекушу. Если Муму нету, но вообще было написано Муму. Вот я иду как бы вот по стрелочкам. Вот так красиво, друзья, так красиво. Посмотрите-ка. Видите, какой красивый потолок. А вот и Муму, друзья. Сейчас нажрусь. Вау, как красиво вообще. Круто. Так, мне нужно быстренько пожрать и вернуться к своему гейту, чтобы мне не волноваться. Так красиво, посмотрите. Классно. Так, куда идти? Где здесь кассы? Не знаю, пока ничего не видно. Не вижу. Так, все, нашел. Сейчас буду набирать жрачку. Пока вырубаюсь. Друзья, в общем, купил себе яблочный сок, булочку, отбивную говядину, картошечку. Вот. Буду сейчас есть быстренько и убегать к своему гейту. Друзья, в общем, покушал я, перекусил. Ой, как вкусно, какая котлетка вкусная, но жесткая, зараза такая жесткая. Аэропорт, конечно, шикарен. Иди сюда, смотри, вон его. Очень красиво, мне нравится все. Сейчас я вот бегу быстрей, чтобы не опоздать, потому что посадка уже вроде началась. А я это... Ну, хотя у меня еще есть время, в принципе, до вылета есть. Но так, на всякий случай, все равно я не люблю опаздывать. Друзья, ну что, еду по гейту сейчас. Все. Вот. Еще совсем чуть-чуть, и я уже буду в самолете. Вообще, конец, друзья. Представляете? Столько эмоций, друзья. Охренеть просто. Я скоро буду в Тунисе. Все, здравствуйте. 65-я А. Вот. Пожалуйста, туда. У иллюминатора. Туда идти. Туда. Сюда, справа от вас будет. Так, идемте, друзья.
свои сумочки. Извините, пожалуйста. Пожалуйста. Извините. Нечего достать, наверное, что там? Или оставь? Ой, извините. Так, 65-е. Мое место. А где А? Так, ладно. Ну что, друзья, я в самолете. Все, на своем месте. Вот сижу довольно такой счастливый. Скоро будем вылетать. Вылетать будем мы где-то. Я скажу. 14:00. Посадка началась за час. Я успел. Вот. В общем, все круто, здорово. Сейчас вам покажу немножечко самолет. С папой. Вот такой большой самолет. Очень большой. В общем, что-то у меня эта камера меня не показывает. Ну ладно. Что, друзья, я взлетаю.
друзья, принесли горячее. Значит, курица с картофелем. Так, что-то здесь еще и положили. Какая-то вкусняшка сладкая. Хлеб вот есть, кусочек, булочка. Так, это масло. Как-то так, а здесь вот горячее находится. Сейчас, друзья, мы будем садиться. Извините, я в Африке. Ой, сейчас как это, ой. Сейчас колеса. Тыковка будет с землей. О май гад. Приземлились. Будем высаживаться. Все. Слава богу, долетели. Все нормально. Ну ладно. Сейчас выключаюсь. О, друзья, ну что, все? Прошел я все эти проверки. О, какой кошмар. Все, теперь спускаюсь и ищу свой багаж. Куда идти, непонятно. Что-то мне хотят еще дать. Их подарок. О, hello. Все. Так, куда идти, не знаю. Ладно, выключаюсь. Друзья, ну что, я вот выхожу из аэропорта. Охренеть, охренеть, о май гад. О май гад, вот это жара. Вот это жара. Смотрите, как красиво. Сейчас у меня фонтаны. Не знаю, видно, не видно. Так, мне нужно найти свой автобус и пальму. Пальму, классно, вот видите. Классно. Hello. Супер, друзья. Вау, теперь нужно найти свой автобус. В общем, сейчас сяду и включусь заново. Сейчас вырубаюсь, все. Друзья, в общем, все хорошо. Я автобус нашел. Сейчас поедем в отель. Все круто. Так, друзья, мы поехали. Посмотрите на эту красивую пальму. We'll be right back.
продолжаем ехать. Привет, еще раз привет! Вот мой номер, друзья. Вот посмотрите, вот заходим. Здесь вот ванная комната. Такая вот красивая плиточка. Это 4 звезды. Полотенце вот висят. Фен есть. Ну там это самые различные шампуни, кондиционеры для волос. Там все, все это есть. Тут вот шкаф, значит, купе. Потом идем, значит, вот такая вот красивая комнатка у меня. Смотрите, какая светлая, да? Там птички поют. Слышите? Слышите, как птицы поют? Не слышите, наверное, не знаю. Ну, что мне еще надо? Да мне больше ничего не надо. Кровать большая есть и супер. Вау! Смотрите, а какой вид здесь. Какой вид, пальма, представляете, пальма, птицы, как птицы, кричат, песни поют. И вообще здесь такой народ позитивный, все такие веселые, все говорят привет, привет, hello, hi, добрый вечер, говорят. В общем, вот шикарный номер, тут буду вот сидеть, пить напитки различные. Ну, сейчас буду раздеваться, буду мыться и, наверное, пойду для вас делать видео отеля. Вот. Ну, номер, конечно, можно было лучше. Я просто не представляю, если я взял бы 3 звезды, какой был бы у меня номер. Если этот 4 звезды отель, да, и все такое какое-то старое, что ли, так можно сказать, какое-то все не свежем виде. Вот. Ну, а в принципе, жить-то можно. И нормально, думаю, ничего со мной не случится. Вот. Чисто и уютно, и комфортно, и тепло. Что еще нужно? Вот. В общем, пойду я мыться, приводить себя в порядок после перелета. И пойду, наверное, посмотрю море и вообще отель полностью. Конечно, еще чем-нибудь, наверное, выпью. Потому что перелет... Такой для меня первый раз. Вообще, в общем, как-то так, друзья. Так, друзья, иду в темноте. Кошмар. Включается лампочка. Вот так я прохожу. Вот так она включается, датчики. Срабатывают. Так вот, иду в темноте. Раз, сейчас включится. Так. Сейчас я вам покажу. Это отель. Ну как у вас дела? Переехали. Нормально все? Соседи теперь. Так, пойдемте. Ой, как классно, друзья, как классно вообще. Круто. Какой у меня этаж-то? Ну нормально вообще. 118. 18-й. Какой этаж? Короче, пойдемте. Ну, в принципе, да, блин. Все хорошо, супер. Ой, блин, вот. Мозгов нет, вот что значит. Смотрите, какая красивая здесь эта стена. Видите? Вот. Друзья, вы представляете, я в Тунисе. Сейчас надо мне посмотреть территорию, потом пойду выпью и это
Сейчас вам покажу. Вот. Это холл. Пойдемте посмотрим, что там у нас есть. Классно.